Курсанты на борту «Барка Седов» учатся работать с парусами. Напомним, на судне проходят практику, в том числе ребята из Мурманского технического университета. Как сообщила пресс-служба Росрыболовства, этап практического обучения парусному делу займет 10 дней. Уже были сыграны два аврала, курсанты поднимали и спускали косые паруса, а затем ставили прямые. Недавно барк вышел из Владивостока, экипажу предстоит пройти по Северному морскому пути. Последний раз таким маршрутом парусники ходили в 1879 году, то есть полтора века назад. Седов зайдет в порты Петропавловска-Камчатского, Певека, Сабет и Мурманска. В нашем городе барк будут встречать предположительно в октябре.